А я не убивал. Слишком Здесь, потому далеко. что здесь никто туда не ходит. Сюда знаешь, кто ходил всегда? Сюда ходили ДКшки, потому что здесь запы падают на силу и пробивание брони. Это единственный зап. И на шамана сапоги. Да, и на шамана. Не сниги шея. Кольчужные сапоги падают, которых нету. Шторм, как... шея на шамана здесь падает. Ну, такая. Единственная шея без РПБ, в таком смысле такая. А, на Энха, прости, прости. На Энха, да. Это единственная шея без РПБ. На мультика тоже хорошая шея. Причем, кстати, мне как раз один сокет 50 типа мастерства. Одену эту шею не нужно будет. А чё на мне... обычку бы вот так. Ну, если сегодня РТ не будет, можно и ворыться обычку скорее. Друзья, хочется убить, чтобы в десятку ХМ ходить. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Я бы Холи Баллон тебе похилил бы. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Конечно. Это... отличная идея. Ставлю тебе один танк, я уже буду катать. Если будешь раз тебе обычки собирать, я тебе могу три прохилить, одну потань.
Ну, танка хватит или нас два? Нет, на 50 походу, что-то как-то быстро очень. Двое сильнее страдания. Ну да. Долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. А на трех персонажах не победил? Проблема в том, что мне ты не дал, не победил. Трэш идет, трэш, заберите. Святилище пало. Рыба есть? Поставь рыбу. Сейчас я поставлю. Я поставил. Вой, ты на что кричать будешь? На ХП? Когда я дам барабаны, можете кулак дать, кому нужно? Ну ты в курсах, чтобы проверить твою теорию, для этого надо в разное время заходить во тьму, а не в одно и то же. От перевода или если выждать там секунд 10 и зайти во тьму? В момент захода. Скажите, я вчера в ХМ-ке очень наблюдал за лезвием, и вот это вот две метки, скорее всего, лезвие будет от дерева к дереву, крест-накрест. То есть, если рейд станет полумесяца,
их не заденет ТЗ. Пока вы вайпались, я смотрел за этой херней. Нужно больше ярости. Даже когда ты начинал крутить, все равно лезвия были как надо. Свет танчит монород. Ну да, так оно и будет. Ну вот я вчера просил стрим для этого, потому что когда танкуешь, за этим следить некогда. А когда смотришь стрим, за этим есть когда следить. А тут... Я вот смотрел. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ну, надо вообще нету, что ли? Надо. Я думал, есть. А в 25-ке как раз было так, как, ну, как ты что хотел сделать. Скажите, когда там будет ближе к переводу. Пока что. Теория распада. Натан. Остерегайтесь теней. А я думаю, активация происходит в момент, когда ты туда заходишь. У нас тут проблема. Не-не-не, все нормально пока что. Босс сдвинулся с центра. Остерегайтесь теней.
Что задолбало? Я случайно в этим зашел. Парень подох. Настоящий? Да. Да. Ну, народ сложил. Блин, а. Да это я заслакал. Стив, давай, давай. Ты что скидал? Так там остался Лян, добивайте уже. Да, уже вижу. Все, тогда иди в пыль. Все, умирай. Остерегайтесь теней. Вы что, в ХМ-ке? Да. Так что, гоу, сейчас разъебу. Хуй знает, у вас кто-то умирает. Ой, лезвие, отчет до лезвия начинается с момента перифазы, а крутиться лезвие начинается с момента захождения первого во тьму. Это два разных таймера. Но это мое предположение. Я не утверждаю, это просто предполагаю за наблюдением за лезвиями, что отчет до лезвия начинается во время переводки. А шары начинают крутиться в тот момент, когда ты заходишь. Потому что лезвие тупо каждый трай, каждый раз всегда хреначит в разное место. Там чисто стечение обстоятельств, когда оно совпадает. Это все просто. Это просто шары Шрёдингера. Ну, только вот это может объяснить поведение вот этих лезвий. Поставьте рыбку, пожалуйста, шарик. Это тебе надо зайти в определенный момент. Слушай, Войт, может быть это Герус Пула и бурстанем за один метеор? Так вы так... Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры. Так и не доел рыбу, конечно. Каски никакой нет. Есть. А, дарт не дал. Дарт, дай каски быстрее. Дал. Если посмеете. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. А чего вы перешли туда? Вы всегда слева стояли. Ло, Рейд.
Лезвие сейчас будет. Честно, неправильно. А до этого нет. Ну да, один шарик делает полоборота, это логично. А активируется в разных местах первое. Так посмотреть стрим перед этим и вот этот. На свету только танк хил. А сейчас посмотри, оно уже заканчивается в других местах. Я же сказал, уже сдвинулось. Ну, там буквально пару сантиметров. Просто одна из теорий не пашет. Остерегайтесь теней. Да, вот еще раньше лезвие началось. Метки. Как я к тебе забежал? Я сам заметил. Тут у нас мост. Хилы. Да, у нас тут. Но где он? Я не могу закинуть. Какие-то вообще. Вот он. Вот эти сапоги. Да, хорошие. Но они уже не нужны. К сожалению. Обезьянам